Всем привет, с вами Сергей Алымов. И полтора года назад вышло на моем канале видео, в котором девушки рассказывали о том, как нужно знакомиться с ними на улице. Мне один раз сказал мужчина, что вот он смотрит на мои глаза, и они помогают ему дышать. И сегодня выходит видео с точно такой же тематикой, с одним «но». О том, как нужно знакомиться с девушками на улице, вам расскажут парни. Готов, малыш? Как познакомиться с девушкой на улице? Тут харизма решает. Харизма. Самое главное, это вот должна быть внутренняя какая-то уверенность, то, что ты можешь это сделать. У тебя должно прям, типа, блин, ну это та самая. Наверное, в первую очередь нужно сказать про внешний вид, потому что, как бы то ни было, встречают по одежке. Даже тут дело не в том, что выглядеть как-то модно, а просто опрятно, потому что я слышал, девочки иногда жалуются, что многие мужчины там за собой не следят как-то. Обязательно духи, пацаны. Духи обязательно. То есть дело не в дорогом шмоте? Да, конечно. Я считаю, что не нужно показывать себя, как будто ты богатый, особенно если ты им не являешься. Нужно не выпендриваться и быть аккуратным, опрятным, следить за собой. Ты должен понимать то, что ну, девушка должна соответствовать как бы тебе, потому что если ты там пойдешь в какой-нибудь милфе, такой уже статный, и ты такой, блядь. Козырно. Смотри, во-первых, посмотри, как я выгляжу. Я только что купался, у меня с кармана в шорт торчит какая-то хрень, волосы мокрые, выгляжу неопрятно, да? И я в этом состоянии все равно себя чувствую плюс-минус уверенно. Это самое главное, просто себя видеть и быть довольным собой, знать, что ты красавчик, грамотный парень, и в себе не сомневаться. Дальше ты подходишь, и не надо никаких вот этих лишних движений, каких-то странных подкатов, просто подходишь, говоришь, женщина, ты прекрасно выглядишь. Я хочу быть с такой женщиной знаком. Я прошу прощения, женщина, можно с вами познакомиться? Женщина, сразу нет. Ну или девушка, как ты обратишься, это не важно. Просто от души говоришь без всякой лишней фигни, и тогда это, скорее всего, увенчается успехом. А если нет, ну, значит, не судьба. Молодец! Очень хорошая тема — прикинуться каким-то загадочным человеком. Из другого города какого-нибудь классного приехал, ищешь здесь места, ты расспрашиваешь, с этого очень легко начинать. Самое главное — просто дать чувство безопасности, вот, надежность для девушек. Девушки, в отличие от парней, они дальновидные. Нужно просто дать вот это чувство, да, надежности и безопасности. Еще нужно не проявлять излишнюю нервозность. Если человек застрессовал, если он занервничал, можно сказать, извини, я очень заволновался, правда, я тебя увидел, у меня аж руки начали трястись, пульс участился, я думаю, ты по мне видишь, и я понимаю, что это выглядит, ну, дальше. Но не подойти, буду просто дураком, если просто сейчас возьму и уйду. Бау! Ты просто подходишь, девушке, извините, можно? Да. Слушай, у меня сейчас свободное время, пойдем гулять. Великолепный план, Уолтер. Комплиментик надо? Да, 100%. Если, ну, ты захотел подойти к девушке, да. Она тебя впечатлила. Ты ей об этом просто говоришь. Прямо, не надо, вот понял, каких-то подворотов. То, что тебя реально зацепило, обращаешь на это внимание, говоришь ей это. Но не просто комплимент, а вот, например, я увидел, что у девушки волосы персиковые, например, необычные. Я скажу ей, классное окрашивание ты сделала. И, наверное, я думаю, что ее это зацепит, потому что только я так говорил. Остальные там скажут, вот, у тебя шмотки хорошие. Например. Что-то базовое или что-то ходовое под каждую девушку ты не подберешь. Надо просто быть искренним. Ну вот у меня кейс типа был. Я ехал в метро, на переходе поднимался по эскалатору, сбоку девочка была. Мы зашли в один вагон метро, я просто подходишь, говоришь, извини, дай, пожалуйста, свой инстаграм. Изи! Все, она мне дала инстаграм, мы списались, погуляли. Сидит девушка, книжку читает, просто на лавочке. Как подойти к ней? С чего зайти? Дико извиняюсь что за то, что отвлекаю от чтения, потому что это уже личное пространство. Ага. Человек отдыхает, потом интересуешься жанром, так разговор начинается. Если девочка красивая, симпотная, сидит... Офигенная. Офигенная, просто сидит бомба. Там на лавочке, читает книжку, я бы подошел, сел бы рядом, поговорили, я сказал бы, девушка, вот образно, да, допустим, это красивая девушка, да? Допустим. Александр тебя, допустим, зовут, да? Допустим, типа, Александр. Белобрысая такая, красивая, там, кори глаза, прям симпотная. Я подхожу, типа, в моменте говорю, эй, красотка, маме зад не нужен, да? Уайя! Еще акцент, потому что перчинка, да, девочкам нравится, я знаю. Ничего себе! Ну вот если, например, говорит, у меня есть парень, то ты все, оп, отстал. Да-да-да, конечно, мужская солидарность. Представь, что к твоей девушке так подкатывают. Ну это 100%, да. Это тупо некрасиво. Совет любой пацанам, вот которые вот молодые сейчас вот смотрят так вот, наверное, возможно, очки вот так вот поправляют и ждут. Захотелось, подойди, познакомься. Вообще и по жизни так надо двигаться. Что-то захотел, взял, сделал. Надо качать не физику, а дух, мозги, язык. Остальное само собой появится. Даже если отказывают, не стоит воспринимать это на свой счет. Важно
не побояться именно подойти попробовать, потому что в этом на самом деле ничего страшного нет. Тебя же никто за это не осудит, никто над тобой не будет смеяться в конце концов. Самое главное, не пиздеть. Если разовые отношения, говорить об этом откровенно, не обнадеживать девушку. Пацаны, чего бояться? Жизнь одна, кайфуем, ё-моё. Да, лучше, правильно говорят, что лучше попробовать, но не получится, чем потом сидеть вечером и думать, лошара я, что зацал. Ну все, спасибо тебе. Вот такой вот ролик у нас получился. И если ты не видел моих прошлых видео с опросами... Зачем ты живешь? Но помни, у тебя еще есть время все исправить. А так, не забывай про лайки, подписочки. С вами был Сергей Алымов. Пока!